спрашивать наших подопечных, чего вы хотите, о чем вы на самом деле мечтаете. Нарисуйте это, пожалуйста, потому что визуализируйте. И, конечно же, вы догадались, что 10 случаев из 10, что это будет. Ну, вот попробуйте подумать, да, и попробуйте представить, чего бы вы хотели. И тут, на самом деле, все они хотят одного и того же. Они хотят дома, они хотят семьи,